Главным санитарным врачом в Севастополе назначена Анна Мелюх. В четверг, 23 сентября, членом правительства Севастополя ее представила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. Я хочу вам представить руководителя нашего территориального отдела Мелюх Анну Николаевну. Анна Николаевна имеет профильное образование. Она более 10 лет в структуре госсанэпидслужбы и с 2014 года возглавляла территориальное управление по Керчи-Ленинскому району. Анна Николаевна является государственным советником второго класса. Попрошу любить и жаловать в нашей команде. У нас, к сожалению, пока ковид нас не отпускает. Работы действительно много, поэтому будем сотрудничать. Ну и по всем нашим другим направлениям работы, действительно, взаимодействие у нас по самому широкому фронту организовано. Ранее на протяжении длительного времени должность главного санитарного врача города занимал Роман Проскурнин. Он перешел на работу в Симферополь в июне, где возглавил Центр гигиены и эпидемиологии в Крыму и Севастополь.